В Дании сегодня проходят досрочные выборы в Фолькетинг, парламент. Датчанам предстоит решить, останется ли у власти правящая коалиция во главе с социал-демократами, или ей на смену придет блок правоцентристских партий. Предсказать результаты не берется никто. Левоцентристы и правоцентристы идут ноздря в ноздрю. Судьбу прошлых выборов датский парламент решили всего лишь 8 тысяч голосов. Главные пункты предвыборной кампании всех участников гонки – иммиграция и социальное обеспечение. Заключительный аккорд в трехнедельной предвыборной кампании поставили в среду вечером теледебаты между премьер-министром Хеле Торнинг-Шмидт и лидером оппозиционной либеральной партии Ларсом Лекке Расмуссеном. Вопрос иммиграционной политики не стоял на повестке дня в самую первую неделю кампании, говорит политолог Каспер Хансен. А в течение второй недели, когда опросы показали преимущество красной коалиции левоцентристов, либералы начали разыгрывать эту карту. Программа поменялась, и расстановка сил тоже поменялась. Похоже, что если в центре внимания иммиграция или борьба с преступностью, то датчане склоняются к правоцентристскому правительству. Возросла в последнее время популярность националистической датской народной партии, которая требует ужесточить иммиграцию.